Всем привет, друзья! Вот, человек утеплил листовым пенопластом стену, но эффекта от этого не получил. Внутри 10 сантиметров воздушный зазор. И получается так, что холодная стена, человек зиму перезимовал, и никакого эффекта не было. Нас вызвал, и вот мы утепляем теперь жидким пенопластом. Через листовой пенопласт засверлили, после чего внутрь закачиваем наш жидкий пенопласт, пневмопласт. Это позволяет нам сделать эффект термоса. То есть будет очень теплый дом теперь, благодаря тому, что внутри это 10-сантиметровый слой жидкого пенопласта, и внутренняя стенка не будет охлаждаться. Это в подтверждении моих слов в прошлом видеоролике о том, что я говорил, что наружное утепление не работает, если есть воздушный зазор внутри стены. Так что, если кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!